Ну что, товарищи, отдохнули, покурили? Вот и хорошо. Шумим, значит, не спим. Самое время продолжить работу нашего актива. Слово главному инженеру комбината «Северный» Кряквину Алексею Егоровичу. «Северный», товарищи, головное предприятие отрасли. Он дает стране огромное количество концентрата, из которого и вырабатывается так необходимое нашему народному хозяйству минеральные удобрения. Высокие показатели комбината «Северный» – результат технической политики, имеющей целью непрерывное совершенствование отечественного горного производства. Держись, Егорыч. В настоящее время товарищ Кряквин исполняет обязанности директора комбината «Северный». Товарищи, я начну свое выступление не с перечня фактов, говорящих, как много чего у нас доброго сделано. Это факты минувшего дня. Присутствующая здесь одна отрасль. И стало быть в курсе того, что у нас хорошо. К примеру, приходит к врачу сильный, красивый человек, ну, скажем, как штангист Василий Алексеев, или Юрий Власов, или чемпион Олимпиады 80. Юрий Кварданян! Во-во, и говорит: посмотри, доктор, какой я здоровый. От подобной жалобы у врача того подпрыгнет кровяное давление. Год назад в этом же зале проходил такой же актив работников горнодобывающей промышленности. В те дни у нас на комбинате «Северный» конечно, не юг, снег и камни вокруг этих гор. Не страшна нам суровость. Как пути не трудны, мы с тобою должны все, что делать на совесть. Отлично пригнаны болты, надежно выгнуты мосты. На совесть сделана картина или повесть. И коль решать не скандочка, и коль судить наверняка, планету можно оборудовать на совесть. Планету оборудуем на совесть. Мы проходчики гор, мы ведем этот спор, и гремит под землей канонада. Мир стоит на руде, и на честном труде, и доказывать это не надо. Отлично пригнанные болты, надежно выгнуты мосты, на совесть сделана картина или повесть. И коль решать не скандочка, и коль судить наверняка, планету можно оборудовать на совесть. Планету оборудуем на совесть. Если мы мастера, нам усвоить пора каждый день, словно к бою готовясь.
На земле испокон есть священный закон. Надо жить и работать на совесть. Отлично пригнаны болты, надежно выгнуты мосты. На соли сделана картина или повесть. И коль решать не сканочка, и коль судить наверняка, планету можно оборудовать на совесть. Планету надо оборудовать на совесть. Планету оборудуем на Я у Михеева в кабинете. Жду звонка из Москвы. Здравствуйте, Любовь Ивановна. Здравствуйте, Алексей Егорович. Вы все тут и тут, как домовой. Именно. Выпуск только богатой руды запрещаю. Отправляйтесь на фабрику, чтобы к утру ремонт шестой мельницы был закончен. Сделаем. Валяй. Разреши, Алексей Егорович? Что у тебя с голосом, парторг, простудился? Ну, выступался. С проходчиками в горе гутарил, тет на тет. Прошу. Один орел отмочил. Как, говорит, вкалывал здесь мой дед, так и я. А нынешнюю молодежь, говорит, не устраивает такой труд. Глаз Божий. Это есть наш квартальный и решительный бой. Да, долго, наверное, будут гадать потомки, что это следы высадки инопланетян, временщиков на Земле. Или... А ведь мы обязаны оставить эти места прекрасными. Рекультивация это называется. Попросту, по-научному. А как ваши это? Расчеты? Предисловие не получается. А ты без предисловий, Егорыч. Как работали раньше, так работать нельзя. СОС, караул. Или чуточку повежливее. Ведь ты, Алексей, как я понимаю, намерен сказать, что Северному ради реального динамичного развития в перспективе необходимо техническое перевооружение, реконструкция. Катастрофически уменьшается полезный компонент в руде. Ваш комбинат, Алексей, оставаясь на прежних позициях, не сможет давать продукцию, так необходимую стране. Миллионы тонн. Вы... Да и вы. И мы. Местный филиал Академии наук. Мы все будем банкротами. Брехунами мелкими. Как там на совещании в Москве? Михеев звонил? Все время телефон караулю. Ваш заседание. А наш на активе активничает в Москве. Так что, милая моя, возьму-ка я тебя. Михеева ни с кем не соединяли. А с домом? Нет, Алексей Егорыч. Тоже нет. А
А мы ведь, Варвара, старимся. Жуть одна. А пожить хочется. Легкий поклон. Какая ты? Разная. Понимаешь, Варя, то, что я могу и хочу, я знаю. А вот как это сделать, то, что я хочу и могу? Оттого идет все мимо. Мимо. Эх, ведь было же время когда-то великих женщин. Смешно. А тут бы наоборот, Кряквина. Реветь надо. А, ведь утратили мы себя, бабы. Довесок к служебному авторитету мужа, да? Или сопутствующий его иерархии. Ты черт с ним, сопутствующий элемент. А вот если бы вернулось время великих женщин, я бы, ого-го, выдрессировала великого мужика. А Иван Андреевич? Муж-то? Давай лучше не о Михееве. О чем-нибудь другом. О тебе, к примеру. Торчишь ты в своей школе до посинения, как это. А ведь, если бы тебя выхолить, стилизовать, Кряквин твой, тебя бы на руках носил, ведь мы миленькой. Ты мой, возьми меня с собой. К чему ты это? Так, ни к чему. Чтобы ты ничего не поняла. Не может быть понимания вообще. Варенька, Варюша, наливай, Варвара, чай. Хозяин чай. Нет, тут все противило. Нет, спасибо. Мне пора. Ну? У меня ребята вчера изложение написали. Тетрадей много. Да. Может быть... Квартира Михеевых. Шаганский беспокоит. Добрый вечер, Юрий Петрович. Сам не звонил? Нет, муж еще не звонил. Тогда свежий анекдот. Встречаются два собаковеда. Собаковеда. Ничего? Извините, минутку. Варь! Алло. 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 Шаганский приветствует. Иван Андреевич из достоверных, так сказать, так и не выступил на совещании в связи с нелетной погодой. У вас еще что-нибудь ко мне есть? Нет. Извините за неурочный звонок. О чем молчите, Иван Андреевич? Довесок плану всегда неприятность. Но пойми меня, надо любой ценой. У тебя комбинат сотни проблем. А у меня отрасль тысячи проблем. Красиво звонят, а? Старые совсем, а все куда-то торопятся. Так что вас за язык-то держит? Скажите. Какие только умельцы не приходили чинить, коньяку не напасешься. Спешат. Люблю, понимаешь, старинные вещи. Я ведь в основном актив всесоюзный для вашего комбината городил.
Так почему же ты промолчал? В кустах отсиделся. Потому что я, в отличие от часов старинных, спешить разучился. Ну, а поконкретнее? Позвольте, встречный вопрос. Разговор наш сугубо, как всегда. А почему вы, министр, не начали разговор на активе? Атака сходу во фланг? А хотите, скажу, как это называется? Что? Все. Это. Как? Техника безопасности. Владеешь он их в совершенстве. А ты? Мне кажется, что министерство не спешит заменить излюбленный лозунг «давай-давай» на, к примеру, «давай подумаем». 3 года назад мы представили вам программу технического перевооружения и реконструкции комбината. И до сих пор вашего мнения не знаю. Ох, и хитрый же ты, Иван. Когда улетаешь в Полярск? Завтра утром. Поклон Ксении Павловне. Передам. Был бы я помоложе. Берегись. Отдел кадров. Да, чуть было не запамятовал. Слушаю вас, Василий Максимович. Подождите. Мне тут, понимаешь, до зарезу один кадр нужен на Ленинградской Ниве. А должность? Директор. Место вполне приличное. Петербург, клотовские лошадки, белые ночи. Хочешь, я, Иван, дам тебе один совет? Не поняла, Василий Максимович. Это я не вам. Кстати, сколько настукало твоему главному инженеру Кряквину? 5-й десяток, наверное. Хорошо. Нынче в моде быть молодым. Как он там, без тебя? Я жду совета. Вот видишь, торопишься. А говорил, что спешить разучился. Совет уж больно простой будет, Иван. Стыдно сказать, как простой. Опоздать, Ваня, иногда похужее, чем поспешить. И наоборот. Я подумаю, Василий Максимович. Счастливого пути. Будь здоров. Сорокин слушает? Да. Это ты? Я, Вера. Я. Ну, здравствуй. Здравствуй. Да, я тебя поцелую, а то ведь ты сам не догадаешься. Хотите, я вам сказку расскажу про боевых цапель? Валяй. Рассказывай. Давно жили боевые цапли. Белые-белые, красивые-красивые. А потом на них напали темные силы. Анют, ты мешаешь Алексею Егорычу. Это... Алексей Егорыч, можно вас на минуточку?
Я тут надвигала как-то невзначай. Поправь уж как надо. Звезда вроде бы горела, а вот стрелки убей, не помню, куда нацелены были. Ну, давай, боевая цапля. Вот эту стрелку ставь сюда. Так. Ага. А эту вот сюда. Правильно. Вот так я Аньке и указывала. Это когда у них нет выполнения плана. Звезда энергию экономит. А когда они план выполняют, звезда и горит, а ты баловаться. Звезда у нас всегда горит. Варя, ты? А это я. Приду, сказку тебе расскажу. Про цапель белых. И про одного главного инженера. Ну, дальше. Дальше. Я подумал, что если бы я сейчас был на месте Михеева в Москве, я бы, наверное, тоже не выступил. Почему? Да потому. Что? Ты тоже, Кряквин, в ответе за все, что грозит комбинату. Ты так же, как и Михеев, все эти годы любой ценой давал план, спускаемый сверху. Ты, как и Михеев, компромиссничал, а надо было проявить риск, решимость. Подумаешь, я чуть раньше Михеева схватился за голову и заблажил караул. В твоих расчетах, Кряквин, твоя вина, а не заслуга. Понял? Понял. И нечего ждать звонка от Михеева. Не будет он мне звонить. Вот и вся сказка, Варюха. Ну и почему ж ты все-таки не выступил? Ты думаешь, мы руководители чугунные? Испугался. Психологи утверждают, что страх за себя, за свою безопасность... За свою шкуру. Заставил человека выработать целую систему самозащиты. Технику собственной безопасности. Угу. Что-что, а куда мы идем и к чему, это уж я как-нибудь и без Кряквина знаю. Я компромиссничал только с собой, но не с делом. Понимаешь, по проекту мы должны были добывать и перерабатывать руду, содержанием в ней определенного довольно высокого процента интересующего нас полезного вещества. Так оно и было на первых порах. Но через некоторое время пришлось иметь дело с рудой куда менее богатой этим самым полезным веществом. Поэтому, чтобы выполнять план, мы должны были добывать и перерабатывать руды все больше и больше. А задания, кстати, независимо от нас, ежегодно растут. Это тоже понятно. Короче, мы стали задыхаться. Со своей стороны мы сделали все, что могли. Технический прогресс. Ну, в общем, довели до предела производительность оборудования. Пока все нормально, хорошо, прекрасно. Значит, ура. Значит, караул. Орать надо, Вера, пока не поздно. Надо плюнуть на наши победы и престиж, черт подери. Надо честно и немедленно признаться, что... Мы взорвались. Что струна наша вот-вот лопнет. Ну, а кто же все-таки виноват? Комбинат ждет инициативы сверху. А министерство ждет инициативы снизу. В результате виновных не сыщешь. Все виноваты. Все. Страшно и странно. А на трибунах все хорошо получается. Никаких проблем. Так, мелочишки, недоработочки. Мне говорили, дашь столько-то, надо. И я давал. Любой ценой. Ох. Теперь что-то случилось со мной. Устал я.
действительно стоит в отставку. Сорокин прав. Да что ты? Ну что ты? Правдоискатель в скафандре. Подожди, Вера. Подожди. Я попью. Вань. Ваня? Сергей. Я. Из Москвы снисхождение будет? Говорят, сами соображаете. А план планом. Завалим программу, Алексей. Получим выговор. Строгий. С предупреждением. У матросов нет вопросов. Ты, значит, давай-давай. Я на верхний рудник. Отвык, Егорыч. А раньше, как ужаленный, прыгал. Да я и теперь не хуже резинового. По конторам на заднице. Да ты что, Иван? По закоулкам, а не с себя. Все мы шибко храбрые. Передумал, что ли? А? Нет. Я буду ставить вопрос теперь. И все. Михеев надо как? Вот именно. Да хоть как. А министр Сорокин? Ты таким макаром до самого Господа Бога доспрашиваешься. Мне до кого бояться? Это у вас перед Господом Богом жабры слипаются. У кого это у вас? Видишь ли, Вань, как бы тебе попонятнее. У меня с жабрами покуда все в порядке. Давай, Иван, закурим. Никотин йод. А... Была бы моя воля, я бы первым делом всякого начальника просвечивал рентгеном на предмет духовитости. Гайка ослабла, пошел вон. План. Он к чему призывает? Сколько можешь по-хозяйски... Давай. А мы? Жми, гони, рви, авось. Успокойся, снежку поешь. Весь крик твой звук один. Твой-то. И мой, и его. Виноват в этом, ребята. Наш пока еще несовершенный механизм управления производством. Механизм-то при чем? Как аукнется, так и открикнется. А вообще-то, братцы, здесь не руду бы крошить, а курортиц отгрохать. А? Чем не Швейцария? Ну да. Вон там кафетерий с музыкой. Мой обормот Гришка в нем петь будет. А туда рулетку без плана точно не были бы. Только в перспективе этих горок совсем не останется. Обгрызем и в вагончиках вывезем. Если вагоны будут. И кому-нибудь грызть их охота будет. Собрание считаю продолженным. Ну, допустим, будет у тебя вагонов навалом, а у тебя проходчиков хоть лопатой ешь. Что тогда? Райская жизнь. Я бы и за это свечку поставил. А вот Варваре, жене моей супружницы, для полного счастья учебников не хватает в школе. Вот тут мы начинаем новую тему. Потребность кого-то в чем-то или дефицит по иностранному сама по себе штука неплохая. Стимулирует, целеустремляет. А вот с тем дефицитом, который нервирует нас... Чуток посложнее.
На 1/6 части Земли люди, объединенные великой идеей, задумали планировать самих себя. Судьбу свою, планиду. Это уже не просто план. Это уже разум. Чуете, разум. И вот мы, люди, должны уметь предвидеть все. И вагоны, и учебники, и проходчиков. Всякое. Разное. Предвидеть. Предвидение системы бездонное. Без совершенного предвидения несовершенно планирование. А несовершенное планирование? А несовершенное планирование значит несовершенное мышление в сфере его. Опять, значит, дефицит? Не зря выходит. По рудничку полазили. Неизбежно. Товарищ Шаганский, лекция Шекспира превосходна. Спасибо. Нет, это вам спасибо. Афишку презентуйте, коллекционирую. Вот так у нас и получается. Новый корпус построен, а когда оборудование получим... Одному... Зачем разбудили невинную? Юрий Петрович. Весь внимание. Я хотел... Василий Иванович, один анекдот для разминки. Встречаются два собаковеда. Собаковеды ничего для начала. Один говорит другому: мой терьер, ну, просто кретин, тупица. Я говорю ему: Чарли, принеси мне шлепанцы. А он идет на кухню и начинает варить мне кофе. Представляете, кобель варит кофе. По-моему, ярко выраженный, 100-процентный сюр. Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить пренеприятное известие. К нам едет ревизор. С ревизорами у нас все в порядке. С проходчиками беда. Что да, то да, с проходчиками беда. Я прошу вас разобраться по науке в этом вопросе. А может быть, вы нам что-нибудь и подбросите? Алексей Егорович, нам нужно договориться заранее, так сказать, на берегу. Не понял. Социологические исследования безжалостны. Мне бы хотелось знать, что вы хотите получить в результате исследований. Плюс, минус, баланс. Плюс-минус. Или как это есть на самом деле. Я прошу вас принести мне шлепанцы. Ах, кофе варить не надо. Заказ принят. Аплодирую. Шеи у ей цепочка, а на той цепочке кораблик. Берусь я за твое суденышко перстами. Слышь, Сыркин, это не твоя там работа? Чего, Иван Федорович? Росписи настенные, говорю, не твои? В сортире, не. Про Зинку Шапкину с Гришкой. Там же все в рифмах, я по такому не волоку. Стоп, стоп! Еще. На ночь-то глядя. Это ты, что ли, Шапкина-то будешь? Зинаида Константиновна. Там-то про тебя без отчества. А я тебе, Гришкин. Ну, давай, ради, мы познакомимся. И давно это у вас? Сыном-то моим. Бить или не бить? Вот в чем вопрос. Что благороднее? Духом покоряться прощам и стрелам яростной судьбы.
песню новую ценю, а пою я старую. Я не просто человек, человек с гитарою. И в час дневной, и в час ночной всегда мы с нею парою. Гитара числится за мной, я числюсь за гитарою. Песни лично для себя сочиняю, вроде я. В них всегда мои слова и моя мелодия. И в час дневной, и в час ночной всегда мы с нею парою. Гитара числится за мной, я числюсь за гитарою. Говорят, что мой талант просто исключительный. Я и виртуозом стал, по своему учителю. И в час дневной, и в час... Антрак! Про Зинку поговорил с Гришкой? Нет еще. Ил, а полчас на море, смуть, сразить их. Антрак! Поговорю я с Гришкой. У меня идея возникла. Не мешай идея. Вам. Идея. Сразить их противоборство. Повсеместно окружен девичьим вниманием. Славлюсь я не красотой, славлюсь я тащи обаянием. И в час дневной, и в час ночной всегда мы с нею парою. Гитара числится за мной, я числюсь за гитарою. Ну, как песня? Не без смысла. Это в каком смысле? А ты не раздевайся, Гришенька. Че? Мы уже это проходили. Ай, бабы, забавный народ. С вами как у костра зимой. Спереди Ташкент, а сзади Колотун сплошной. Не нравится, не ходи. В том-то и дело. Люблю я тебя. Ты что? Сейчас возьму, как крикну на всю вашу общагу. Что люблю? Люблю, люблю тебя. Люблю, люблю Нельку Чижову. А, Гриш! Люблю! Нельку Чижову. Милька. А Зинка и услышит. Ну что ты перестал дышать, Гришенька? Я про Зинку твою говорю, Шапкину. Ну? Что? Ну? А ты чего? А что я? В каком смысле? А это у тебя надо спросить. Вы думаете, что вы для нас главное, а мы тоже, Гришенька, своего хотим. А ты иди, 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 иди. И песню об этом на досуге сочини. Чижова! Нель. Все. Чижова, откройте! Это Фиолетова, молодежный рейд! Чижова, откройте немедленно! Кто там? Я Фиолетова! Ну, за инструментом попозже заглянем. А Фиолетова я глаз на корпус натяну, это точно. Вот, кстати, я хочу с тобой поговорить, Григорий. Летом к отцу. Зайдешь? Зинке ни слова. И ты меня не видел, понял? Ого. Заколы! Тучин, не ровен час. Ладно, исправим. Ох, и надоел ты мне. Следи, следи. Техника безопасности. Бонжур, девочка. Здрасте. Направление забоя дано? Да.
Все нормально? Да, как всегда. Это есть очень хорошо. Циркин! Я за него! А? А? Ты где? Следи за реперами, не занижай! Слушаюсь, гражданин начальник! Чего жмуришься, как суслик во время пионерской облавы? Не люблю. По ушам сильно бьет. Да и сам никак привыкнуть не могу. Сколько ни палю, а звук все равно врасплох. Вот это. Ну, так о чем ты со мной поговорить хотел? Об Зинаиде. Об какой такой Зинаиде говорить будем, а? На шее, ой-я-я, цепачка. У нее ребенок будет, Гриша. Обурил я за бой, Гришка! Пали! Очевидно и невероятно. Слышь, Гаврила, не глухой! А слушаюсь, гражданин начальник. Думал, хуже не бывает, а на утро еще хуже. Да убери ты его! У меня есть идея. Эй, самопалы! Целуете, что ли? Нет, тут Григорию камень в глаз попал. А почему скрепер стоит? Сейчас. Шевелись, артисты. Пойдем. Не, вообще она баба ничего. Да хорошая она. Только болтают про нее. А Сиркин собака. Ну, этому-то я глаз на корпус тяну быстро. Это... Не надо. Это я сам. И скажи, что дальше думаешь. Чего ты ко мне лезешь, а? Не шуми. Че врежу? Тогда я тоже тебя врежу. Чего-чего? Ой, Гамлет, ой ты. Ну, ладно, отбой. Ну, у тебя какая идея? Слушай, я твой друг, да? Ну, друг. Говорил я тебе, что Зинаида мне очень нравится? Говорил, говорил, говорил. Так вот, даю тебе месяц на раздумье, как в Тбилисском дворце сочетание. А потом берегись. А? По всем горизонтам смена. Промахнись, Асунта. Картина неизвестного художника. Его не ждали. Подожди. I'm sorry. Эй, вода! Зачем пришел? Да вот, понимаешь, вспомнил тут один случай из своей молодой жизни. А потрепаться не с кем. Ну что ж, трепись. Правда, что он мне Гамлет наплел? Ну, вроде ты от меня-то. Я от своего не отступлюсь. Чё там? Нету у меня ничего. Это всё твой грузин выдумывал.
Ничего, они в пустыне не будут. Что, домой-то опять придешь за полночь. Конец квартала, сама знаешь. Гришка, увидь, что-то мне не нравится в последнее время. Поговори с ним. Ты мать, ты и поговори. А ты отец. Это другой, другой Гаврилов, отец! Опять Икрумеч, Федорович. Не рудник, а филармония изящных искусств. Один певец, поэт, композитор. Другой Гамлет. Третий сортиры расписывает. С кем руду брать? Нелька, Маркшейдерша. Ох, баба. Техника безопасности, только Йосином. Он начальник, с ним горячее. Ты что, термометр? Все, хорош, хорош, все. Верю, армой шлис. А где? Тебе сортирный писатель, я паяльник начищу, точно. Баба, женщина, понял? Мы посмотрели проект Креклина на ученом совете. Здравствуйте, батюшка. Если не секрет, по какому вопросу? Интересно. А главное, прочно. Перспективно. Наконец-то на белое сказали белое. Вернее, на черное-черное? Да. Вы помогите ему понаучнее все обосновать. Сочту за честь, Петр Данилов. Я секретарь парткома скороходов. А это наш местный филиал Академии наук, батюшка. Заполярный форпост. Союз, так сказать, науки и труда. Петр Данилович Верещагин. Депутат, слуга народный. Очень приятно. По какому вопросу к нам? У меня к вам вопросов не имеется. Портком, у тебя своя компания, у него своя. Вы откуда, батюшка? С чем к нам пожаловали? Издалека. Сорвало с храма крышу. Вот я и пришел попросить шиферу. Дадут ли? Да неизбежно. А у нас в Полярске тоже церквушка имеется. Исторический памятник, батюшка. Махонькая правда. А доходы, говорят, собирает приличные. Вы к кому? К вашему начальству, дочь моя. Алексей Егорович скоро будет. Присядьте, пожалуйста. Благодарствую. Приемная? Ага. Сейчас нельзя, у нас планерка. Пожалуйста. Ну вот, к примеру, там я или он, помолимся, а рублишки-то свои, значит, обратно домой заберем. Да. Горите тогда с планом-то. Не богохульствуй, сын мой. Господь дал человеку душу. Если душа его истинна с Богом, то она приведет человека к святой обязанности. К концу дня, пожалуйста. Вера величия. Алексей Егорович, тут к вам. Отец Николай, в миру Гринин, Николай Егорович. Кряквин Алексей Егорович. Колька же это, брат мой. Актер, актерыч, в кино-то ходите, небось. А мы, я вижу, все такие же. Такие. А чего там случится? Мы как консервы. Вот только Серег на повышение у нас вышел. Да ладно. Явление Христа народ. Да и на съемки к вам. Угу. А про что хоть кино? А про то и про все. Про борьбу нового со старым. Ты, значит, в нем старая, батюшка. Ладно, можешь не продолжать. Заранее знаю, что скажешь. Ерундой занимаетесь. Угадал, дубина с крестом. И что твой батюшка в картине делает? А вот к такому, как ты, начальнику приходит. Это зачем? Буран был. Но? Из храма крышу сорвало. Вот он и пришел попросить шиферу. Дал? Да неизбежно. Так ты на нас репетировал. А вы как по сценарию, ребята, шпарили? У нас священника тоже про церковные доходы спрашивают. А ты что? А я не богохульствуй, начальник. То есть не придуривайся, Паша. Вера величия, она есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого и уверенность
в невидимом. И выражаясь вашим языком, в плане не нуждается. На то есть Божий план. Вера бессмертна. Скорбь и страдания вечны. И пока так будет, будем и мы. Актеры! Давай, крутите его дальше! Сеанс окончен. Диспетчерская у меня. Проходите, товарищи. Закурить есть? Мальборо устроит? Из Кишинева. Если я план завалю, так мне так по шапке дадут, что шапку не на что одевать будет. А вам даже выговор не объявят. Родные, стой! Грызаем. Он меня доконает. Проходите. Присядь, неугомонный. Еще успеем нагавкаться. 10 месяцев. 3 квартала. Куча декад впереди. Так что советую поберечь вокальные данные. Вопросы есть? А что нового слыхать об Иване Андреевиче? Иван Андреевич, вот Петр Данилович вернулся из Москвы. Он подробности знает. Иван Андреевич находится в кардиологическом центре, в палате усиленного наблюдения. Реанимация. Ах, хрен резкий не слаще. Вы не хуже меня в курсе, что квартал грядущий нам готовит. Иллюзий строить не будем. На Господа Бога рассчитывать тоже. С нас будут требовать. Мы будем требовать самих себя. Спуску не дам. Ни-ни. Спиртику бы натурального, это вещь. С утра водички шарах, и ну, я что, люблю спасибо. Тебя, жизнь. Эй, земляк, ты куда? Куда? Чего без очереди? О, не гуди, праздник у нас, сын у кореша родился. Чего? Чего? Прямо сейчас? Нет, 2 года назад. На зубок. Малышу. Ага. Ну, дать ему. Дать. Ага. Дать. Бутылкой по остроумию. Чего гадает, чем растопить лед в Арктике? Открыть там пару винных отделов и все. Алексей Егорович. Здравствуйте, простите. Я не ошибаюсь. Должен признаться, нет. Гринин Николай Егорович. Его брат, между прочим. А вы знаете, похоже, Михеева. Ксения Павловна. Очень приятно. А вы тоже похожи на одну актрису. Ой, ну что вы. Вы надолго к нам? Пути киношные неисповедимы. А что ты шепчешься? Мопассан. Ты над образом работай, святой отец. Была звезда. Хорошо. Да вдруг сорвалась, упав с небес на дно пруда. Была тропа, да затерялась. Коля, вот ты разных смешных людей играешь, а сам грустный. Почему грустно бывает? В школе детишки плачут, первоклашки. Не могу тогда. Это хорошо, Варя. Ты добрая. А добро умеет сострадать. Сострадание же оживляет в душе огрубевшее от повседневности нашей. Славно излагает. Вот тут я вам, артистам, завидую. У нас на производстве какой разговор? Гав-гав, план-план. А он аж шевельнулся вот тут где-то. В душе, Кряквин, в душе. Не стесняйся.
А в душе совесть живет. Совесть. Да человек научился эту игрушку под себя приспособить. Я тебя понимаю, у тебя профессия такая. Говорить чужое. Небось, охота когда-нибудь и свое врезать. Мне вот скорости тоже одну роль предстоит сыграть. Возможно, и главную. Так что ты ее на вас репетирую. Ах, все мы немножко артисты. Ты с экрана, я словно крот из горы. Ты лучше скажи, когда женишься, Кряквин, псевдоним Гринин. Невесту нет. Мне бы вот ту, как в магазине. Михееву. Да. Мама наша Варя тебе шлет персональный привет. Маму давно видел? Покажи-ка. К маме я перед отлетом забегал. Подаришь? Никогда. Брату родному пожалел. Дай-ка, дай-ка. Ну и как там она? Как всегда, беломор, кофе. А зажигалочку в карман не прячь. Жмот, мог бы и не заметить. Квиты. Варюш, тебе надо бы с нашей мамой как-то поладить. Не могу. И не хочу. Ты тоже тут. С матерью. А прощение же необходимо. Зачем же душу-то ранить? Заладил про душу. Не прости, тварька, мать. Никогда. Приехал сюда после института. Не получилось тут у меня с одной. Она в сатураторной работала. Газировка нас поила. С Ксенией, в общем. За Михеева выскочила. Вот я и начал с Варькой. Чтоб тойну солить. Ну и понесла Варвара от меня. Тут мать приехала. Начала свою политику гнуть. Мол, не подходите вы друг другу. В общем, уговорила Варвару на аборт. После этого у нас детей вообще. Вот Варька и не может детского плача слышать. Терялась. Теперь не сыщешь и следа, теперь не сыщешь и следа. Была ветла, да вдруг пригнулась, чтоб не ожить уже весной. Была судьба, встретиться со мной, чтоб вновь не встретиться со мной. Была сирень, да вся повяла, вся до цветочка отцвела. Была любовь, да вот не стала. Я не верю, что была, и я не верю, что была.
заклинило. Не габарит. Взрывать надо. Григория звать надо. Слышь, Гаврик, один вот так сам с собою толковал и в дурдом загрохотал. Мне взрывник нужен, а не твои дурацкие байки. Прикажешь позвать, гражданин начальник? Ага, Сергей, будь человеком. Не, Шекспир, у нас самообслуживание, мне покурить хочется. Лиша, слышишь? Взорвать надо. Репетиция хора с оркестром. Гитара чиста лица, заглянил там, не говорит. Лиша! Из ненаписанного. Фугас и тенор. Пойдем, веди, Сусанин. О. Ну что, пару килограмм хватит? Конечно. Фугасно. На шее у ей цепочка. А теперь поговорим, дорогой, про баб. За баб тебя морду бить надо. Интересно. Ты что в женщинах понимать можешь? А у них у всех одно на уме. Еще одно слово? Конец. Взять, к примеру, твою Офелию. А-а-а. А ну-ка, слиняли быстро отсюда. Сейчас Гамлета, если по каске треснут, точно штаны менять придется. Привет начальству. И выговор по технике безопасности. Почему в опасной зоне? А вот Сыркин, хоть бы что, орловым зырит. Да, инкубаторским. Ничего, тоже в перьях. Ну ты. Много ли зарядил-то? Пару килограмм. О, Иван Федорович, сейчас как фукнет. И брызги стал. И не говори, сынок. Орел. Кто виноват? Наш несовершенный хозяйственный механизм. Неувязки и противоречия в нем. Мы еще не подняли планирование, систему управления до уровня требований сегодняшнего дня. Ведь мы ж, товарищи, чаще всего только надеемся, что нам повезет. А нам чаще не везет. Коллектив работает с энтузиазмом. Мы взяли к съезду повышенные социалистические обязательства. А спроси меня, знаю я, коллектив наверняка, выполним мы план или нет? Отвечу, не знаю. Дадут ли мне вагоны в необходимом плановом количестве? А транспортники не знают, освободятся ли эти вагоны от прежних грузов? А смежное предприятие, которое как раз и должно их освободить, не уверено, согласится ли их разгружать в неурочное, так сказать, авральное время? Иван Иванович Иванов. Так зачем же я гонюсь тогда? Напрягаю технологическую нить комбината,
которая звенит, понимаете, как струна в тумане. Не помню, кто это сказал. Это сказал Достоевский. Гоголь. Вначале Гоголь. Потом Достоевский. Вот-вот Достоевский. Партия и правительство требуют от нас, руководителей, эффективности и качества нашей работы. Эти не просто экономические, а прежде всего нравственные критерии призваны соединять воедино интересы каждого работника с интересами предприятия, а интересы предприятий с интересами всего государства. Лучшего единства не может быть. А умеем ли мы на практике обеспечить это единство? В космосе мы стыкуем 2-3 корабля, а вот на родной Земле состыковать деятельность 2-3 министерств и даже в одной отрасли десятка предприятий пока еще не научились. Главная помеха – ведомственные барьеры, ведомственные интересы. Вы же, товарищи, знаете, что вышестоящий орган, обладая административными правами, может дать любой оперативный приказ предприятию, не считаясь его хозяйственными последствиями. Чтобы покрыть невыполнение плана отстающими предприятиями, министерство налагает контрибуцию на тех, кто еще из последних сил может тянуть план. И за себя, и за других. А необходимо прежде всего соблюдать основное правило научного управления. Единство прав и ответственности. Без этого действительно невозможно управлять разумно и грамотно. Товарищи, я не пророк. Вы все это знаете не хуже меня. Пора на деле превратить 5-летний план в основную форму хозяйствования каждого трудового коллектива. Мы безбожно отстали от самих себя. В отведенное мне регламентом время я уложусь. Хозяйственный договор, заключенный на 5 лет, поистине сердцевина экономического механизма. Его повреждение в каком-либо звене, диспропорции, несбалансированность вызывают цепную реакцию и ведут в конечном счете к расстройству системы производства, мешают практической реализации плана. Юсин, подсобик, пожалуйста. Как там, со взрывом-то? Закончили расследование? Был я у Григория в больнице. Ну? Как-то странно молчит. А тебе что-то пел надо? Мне правда нужна. За бесплатно музыкой пользуемся. Квартальный выкинули на соплях. Вот так написать надо было. И в газете, в траурной рамочке. Они, мол, позорят Первомай. Ладно, не порти. Как он там, Гриша? Поди, не нужен тебе такой. Какой? Гриш, возьми свои витамины, тебя переводят в другую палату. Как в другую? Гриш, тихо. Англичанин. Что, у него больше дырок на зря, чем у меня сейчас? Гриш, Гриш. Не, я тут, я тут. А он как же? И он тут. Все хорошо. Вот и будет у нас тут он. Потемка. Кончай, доктор. Базар. Ладно, оставайся в своей палате. Но только не мешать нашим внешнеторговым отношениям с капиталистическими странами. I'm sorry. How do you do? Ты, наверное, ни хрена не понял, что тут молотил-то, да? Я вас понимаю. Ну, тогда живем. Я, когда в школу-то ходил, не тум-тум. Только вот одно I'm sorry из вашего запомнил. А ты где по-русски научился? Я был в России, война. Морской охотник. Hospital. Это есть сюда. Осколок. Куда-куда они тебе?
зубы. Ты без? Дети, что ли? Пока нет. Ну, будущее. Потемка-то, они говорят, лучше получается. А с глазами чего? Это недавно погрузка, Мурманск. Пил. Угольный. Скоро снимает повязку. Вот мне вроде хана. Григорий меня зовут. Каптон Кэрол Найк. Иди ты. Куда? Будем иди, мистер Джордж. Алексей Егорыч, товарищ главный инженер. С праздником, Паша. Вот это да. И разведка не донесла. Садись. Здоровье-то, Иван Андреевич. Вот черт. Нечего ходить, ходи с бубей. Так и я про здоровье. Худо на комбинате. Просто задыхаемся. А планчик нам хотят увеличить. О, настоящий интеллигент. Дома, работе, на работе, о женщинах. А в ближайшее время... санаторий под Москву. А мне Шаганский анекдот рассказал о главных вопросах разных эпох. Значит так. Быть или не быть, Гамлет? Кто виноват? Что делать? И наиболее популярный вопрос нашего времени. Какой счет? Счет дело серьезное. Придется по всем счетам платить. Ты к чему это, общеизвестная, муж? Общеизвестная жена часто бывает неизвестным. Он готов под любой подвести философскую базу. Правда, Алексей Егорыч? Сегодня же праздник. Уймитесь, господа. И вообще, сегодня твой голос не в счет. Мы сейчас с Алексеем Егорычем врежем, а твой удел и синтуки отпрыгался, милый. Как-то поется в песне. Отряд не заметил потери бойца. Яблочко песню допел до конца. Ничего не показалось? Нет. Убили-то кого? Запевал. А отряд не заметил потери бойца. И яблочко песню допел до конца. О смысле жизни больше ни слова. Ксения, сегодня праздник и так далее, но я бы хотел дослушать, Алексей Егорыч. Слышал про Михеева, Ксению? Это не новость. У Михеевых полный разлад. Дура ваша, Ксения. Разлад. Теперь это называется некоммуникабельность.
Что с вами? Правителей, невежество тихо, вельмож, тихо, Алексей Егорович. Невозможность излить себя, несчастную любовь. И призрачность заслуг в глазах ничтожества. Так малодушничает наша мысль. И вянет, как цветок, решимость наша. И ля-ля отсюда. От этого фраера заболели. 40 копеек. Ух, негодяй. Так погибает замысл с размахом, вначале обещавший успех. Почем грешки? Эх? А ну, подними шапку. Тебя же самого поднимать буду. Подними шапку. Уж на что у нас, сами понимаете, всякое может случиться. Но чтобы директор комбината, да. Временно исполняющий его обязанности. Все равно, Алексей Егорович, за Гамлета. Да. Для кого Гамлета нет, то для него и совести нет. Стой, садись. Разговор о Шекспире идет. О мерзость, как не выполотый сад. Дай волю травам зарастет бурянам. Как все это могло произойти? Вот ты, волосатый. Мне тебя жалко. Тебя сажать за решетку и в день по 10 раз Гамлета показывать надо, пока из тебя вся мерзость не видит. Молодец, Гуридзе. Ты что, его наизусть знаешь, Гамлета? Это что тебе, в лесу родилась елочка? Наизусть таблицу умножения учат. А Гамлета надо понять душой. Душой! Душой! Душой. У нас во Дворце культуры наш социологический руководитель. Извините. Виступав, Шаганский. Он говорит, что молодой рабочий только что дорастает до понимания высокого искусства. А я встаю и говорю, товарищ Шаганский, давай пари, что я весь Гамлет выучу за квартал. Поспорили. На что? Если я проиграю, то оплачу Шаганскому отпуск. А если он, я поеду с себя буржуми на его деньги. Да уж тут быть или не быть. Ага, Гуридзе. Когда срок-то? Ах, 3 недели еще осталось. Надо выиграть. Да, неплохо они вас. Да, они разным самбом научены. А ты парфюмерием. Спектакль окончен. Машину входа. О, отвезите Гамлетов. Да. Эй, такси. Все было, но все еще будет, понимаешь? Любовь, не любовь. Рассвет и закат, судьба повторяется, Зина. И люди похожи друг на друга. Вот как ты на меня, например. Я? Угу. На вас? Ой, двойка, прямо до общежития. Чайку попьем, скорей. Ну, мы... Я на вас. Да вы такая нарепертованная. Какая-какая? Нарепертованная. У нас так девочки говорят. Нравится? Очень. Это я сама шила. Мне иногда такие материалы снятся. Конец света. В промтоварных нет таких. А ты знаешь, чего тебе от жизни хочется? Знаю. Ну? Чтобы Гришка ко мне вернулся хоть какой.
Врачи говорят, может, видеть будет. А еще, чтобы я в институт поступила. Текстильный. Почему мы никому не нужны? Я не про постель сейчас. Мне изменять Михееву неохота. А я Гришке тоже еще ни разу не изменяла. А за день-то сколько их кобелей у меня воды напьется? И всякий норовит скадрить. Ну, это по-ихнему. Это помню. Что? Да не так. Завидую я тебе. И твоей ненарепертованности. Ничего. Сейчас мы чайку попьем, все хорошо будет. Вин! Винка! Здравствуй. Что, Валюш? Ну, ты как на телевизоре. Слушай, там Гамлет с главным инженером сюда идут. Ты когда платье-то шить успела? Они на милицейской машине подкатили. Про тебя и про Гришку говорили. Ей похуй. Главный инженер мировой дядька. Ну, я побегу. До свидания. Войдите. Праздником, Зина. Раздевайтесь. Нет, как-нибудь в другой раз. Я уже сегодня по полной программе выступил. Вот какие пироги, Зина. Ну нет, без чая я вас ни за что не отпущу. Так. Ксения Павловна, тот стул хватайте. Угу. То, что я тебе скажу, Зина, считай и за тост праздничный, и за совет дружеский, и за распоряжение служебное. В общем, как хочешь, так и считай. Да вы садитесь, Ксения Павловна. Счастье штука капризная. Дается не в раз. Вырывается, но дается. Если очень хочешь. Подвигаем бабки. За твое и за Гришино счастье. Вместе. Хотите, я вам стихи почитаю? О весне. Я только вторую строчку забыла. Неладно это все. Милая женщина, с праздником вас! О, а я вас грешным делом не узнал. Богатой будете. Какая ваша комната? 13. Курить не найдется?
Все стреляешь, Алексей Егорыч. А я завязал. Курить бросаю. О, на том же месте, в тот же час. Алексей Егорыч, я принес вам шлепанцы. Бюро социальной психологии исследования о проходчиках закончило. Успели. Просто стопроцентно ярко выраженный сюр. Аплодирую. Что есть это? Струнный инструмент, месье. Мадемуазель играет. Это гитара Григория Гаврилова. У вас с ним было серьезно? У меня всегда все серьезно. О, yes. А Григорий ничего не говорил тебе про взрыв? А ты что, под него копаешь? Копаю. Но не под фигуру Григория Гаврилова, а под целую систему продолжающих существовать у нас в хозяйстве недоработочек. Прошу аудиторию быть очень внимательной. Речь идет о двух взрывах. Первом, массовом, давнишнем, и о втором, недавнем, печальном подрыве, при котором пострадал Григорий и другие. Ну и что? Ein Moment, сеньорина. Мы, Анатолий Юсин, узнаем, что вышеупомянутый взрывник Григорий Гаврилов вел зарядку ВВ, сречь взрывчатых веществ, для того массового взрыва, вручную. Ну и что? Вспомни, Марк Шейдер, что всегда остается при ручной зарядке скважин. Вы правильно подумали. Очень много битая взрывчатка. Я есть такой маленький психолог. И я давно понял, что все нужно делать открыто. Я люблю тебя, Нелли. Я серьезно? Выходи за меня замуж. Опять. Чижова! Чижова, откройте! Это Фиолетово! Молодежный рейд! Будешь прыгать? Что? Гриша Гаврилов в таких случаях всегда прыгал в окно. Так вы... Да, Толенька. У нас все было. Как с тобой, он тоже предлагал мне и руку, и сердце. А ты? А я тоже есть такой маленький психолог. И тоже давно поняла, что все нужно делать открыто. Я отказала Григорию. Его тут любит другая женщина. А я в этом деле соревнований не терплю. Я выйду за тебя. Вы слышите, Чижова? Откройте немедленно, я Фиолетова. А, товарищи, уже с новеньким. Вы кто такая? Я Фиолетова, мы проводим рейд. Прекрасный цвет, счастливого плавания. Здравствуйте. Гриша. О, картина неизвестного художника. Ее не ждали.
Гриша. Ну? Выйдем на минуточку. Чего? На минуточку выйдем. I'm sorry, капитан. Гриша. Юсин. Резину не тяни. Мне, может, с капитаном интереснее. Он говорит, что взрыв. Ну, а комиссия давно подписала акт. Подписали, значит. А тебя вроде ко мне как подсадной уточкой, да? Ну что ж, так на своего женишка стучишь-то. Гриша! Что, Гриша? На вшивость меня проверяете? На вшивость? Ой-ой. На вшивость меня проверяете! Вот, вот ты потопил корабль. Не-не-не-не-не, это не в натуре, конечно. Понарошке. А сам жить остался. Ну, повезло тебе. Как бы ты, а? Только не ври мне. Честно, понял? Честность. Я читал русский книга. Честность не есть убеждение. Честность есть нравственная привычка. Если я виноват затопить корабль, я бы сказал правду. Это есть моя нравственная привычка, мистер Джордж. У нас до отлета еще 2 часа. Пойду погуляю. Пойди. Не опоздаю. Надеюсь. Какой навипертованный. Какой? Варя, добрый день. Ксения Павловна. Я здесь. Отдыхаю. Вот. Зашла проститься. А что, новый аппарат? Автомат, да? А вы... Что, в них разве... Нет, нет, просто. Ой, здесь пыльно. Ничего. Мы улетаем в Москву. Воды хотите? Mm-mm. Что за книга? Воскресенье. Да вот, начала читать со скуки, а тут здорово. Он правдивый человек. Ты почерпнула? Нет. Что сказал себе, что для того, чтобы утверждать то, что неразумно, неразумно, надо прежде изучить это неразумное. То была маленькая ложь, но она-то завела его в ту большую ложь, в которую он завяз теперь. Это про то, что врать нельзя. В общем, про это. Закопайте или на водопой. Давай,
Тихо, тихо, тихо! Не гремите! Развенчались. Воды на всех хватит. Не галдеть. Глухих здесь нет. Братцы, новенькая! Как зовут? Завуткой. Не захлебнись. Адресами не махнемся? Пыльный больно. Так ведь вместе в баньку сходим. Мама не разрешит. А как насчет танцев, шманцев? У меня нога протезная. А у него глаз соломенный. Баранда Ярочка. Мы с вами где-то встречались. Давай поцелуемся. Не дотянешься. Подрасти, мальчик. Дядя Степа! Чего столпились, как у кассы перед авансом? А где Зинаида? Справа с грузином не даем. Как тебя зовут, нимфа? Офелия. Наливайте. Молодец. Шекспира знаешь? Конечно. Только что здесь воду пил. А он у нас Гамлет. Еще. Ой, отпился, братцы! Ксения молодость вспомнила. Жиру бесится, директорша. Где это вы наловчились? Там. А вы что, в Бога верите? Не знаю. Да. Ты в каком месяце родилась? В феврале. Водолей. Носи. Нет, я... На счастье. А я у тебя вот это возьму. Водолей. А левый-то у тебя еще, может, видеть будет. Мне же врач их сама говорила. Ты бы хоть меня пожалел. Ты еще работать будешь, салак обучать. Да зачем хорошему человеку плакать? Гриша, Гриш, вот у нас в деревне тоже случай один был, Промохин его фамилия. Так он, когда с войны вернулся, у него обеих ног не было и пальцев на правой руке. Однако на левой. Хотя нет, точно на правой. Так и что? И ничего. Но зоотехника выучился, а в жены знаешь, кто к нему пошла? Нюрка, вот кто. Самая наша первая красавица. И все у них по уму получилось, и дети пошли. Гриш, про плачущих большевика это у кого? Ну, которого еще в музее показывали. У Маяковского? У него, у него. Слушай, я рад с предложением. Гриш, у меня глаз хороший. Коричневый. Я тебе один отдаю. Мы одинаково на жизнь смотрим. Представляете, как мы на жизнь смотрим? И ходи, очень прошу, веди. Слышь, Гаврила, весь внимание, дядя Сереж, выступай. Ну чего уж так сразу скисать-то, а? Совсем неприятно глядеть на хныкающего. Интересно. А вот мне неинтересно. Это кто это там барнаулит? Это я, Кряквин. А-а-а, так что же вам неинтересно, Алексей Егорович, не усекаю. Мне интересно слушать, как вокруг тебя все воздух трясут. Пустое занятие. По-моему, тоже. Извольте представиться, по голосу не признал. Петр Данилович это. Корреспондент наук. Депутат. Ой, как страшно, папаня. Выходи, щенок. Плачут, Гриша. Плачут большевики, из нас пятерых трое плакало. Когда на Висле в 45-м
Вот Егор помнит, как это было. Думали, что погиб, Иван. Всегда мы с нею парою. Плакали. Гитара числится за мной. И взяли Берлин. Значит, вы все тут честные, да? Убеждены. Неизбежно. Неправильный ответ, Егор Павлович. Пара вам. Гришка. А в чем же это? Неправильно-то. А во всем. Честность не есть убеждение. Честность есть нравственная привычка. Итак, вопрос второй. Правда есть на свете? Есть, Гриша. Да вы чего, всем поляркам сюда же разбежались. И что ж с этой правдой делают? Живут, Гриша. Вот жить тоже по-разному ведь можно. Можно ведь и втихаря эту правду за пазуху. Раз. Гришка! Чего? Предупреждаю! Кого? Тебя! Я сейчас, батя, вас всех предупрежу. Вот. Только жалко, глаз ваших не вижу. Комиссия-то акт липовый подписала. Но ты мелешь, Григорий! Чего? Держись, батя. Тут вы все честные. За столом. Правды хотите? Вот она вам правда. Ешьте хоть ложкой. Тогда при массовом взрыве у нас пневмозарядчик не работал. Мы вручную заряжали. Торопились очень. Вот битого монита навалом и осталось. В общем, когда все ушли, я его растолкал, чтоб назад на склад не тащить. Думал, при массовом взрыве этот сгорит. А вышло вон оно как. А последний-то раз я всего 2 килограмма зарядил. Ну, что теперь делать будете? Темнить? Чё припухли? А? Не слышу, не слышу! В том-то и дело. Как говорит один мой друг, быть или не быть, вот в чем вопрос. Гитару ты напрасно. Сейчас самое время песню послушать. Кино, Алексей Егорыч. Я мигом. Валяй. Тянет киношников к деревяшкам всяким. 17 век. Мы для них слишком новые. По вашему виду этого не скажешь. Диссертации замучили. Не филиал Академии наук, какая-то мастерская. Строчат. Нет на прорву карантина. Устал? Привык. Какое же это научное планирование? Трижды корректировали план за полгода. Подкидывают дополнительные задания. Проходчики. Упал престиж этой профессии. Молодежь на аркане не затянешь. НТР, дамочка, требовательная. Дефицит, дефицит, дефицит. Вытянем это, и премию получим. Всегда так. Что-то изменилось во времени, Алексей. А вот как и чем поспеть за этим что-то? Чем и как? И все-таки виноват не план, а неумение обращаться с ним. Неумение обращаться с планом. Что в Москве хорошего? Насчет плана солидарен, а из Москвы кое-какие новости есть. Выполнил я твой наказ, потолковал с друзьями-однополчанами из госплана по душам. Ведется большая работа по лучшей увязке отраслевой специализации производства с комплексным развитием регионов. Твои расчеты, Алексей, с этих позиций своевременны весьма. Там Гриня наказывается. А я думал, поп. Вот, автограф.
Специализация производства с комплексным развитием регионов. Заманчиво. Игра стоит свеч. Филиал Академии Алексей в твоем распоряжении. Эх, если бы Михеев на прошлом активе выступил. Может, уже не здоров был? С Ксенией у них не ладится. Под одной крышей. Автономно живут, не понимают друг друга. Ну, милок, вернемся к нашим мутонам. Автономно. Я за, есть автономия, это имя жены, любимой. Автономия от экономики социализма. Я за автономию. И это заявляет могучий ортодокс государственного планирования? Хоть это и модно. Катить бочку на план я не собираюсь, это мура. Бред кобылы сивы. Или немного повежливее. Самостоятельность хозяйственника – это прежде всего четкая плановая перспектива, ресурсы и эффективность их использования. Дайте мне в руки эти плановые инструменты, и никакой другой автономии мне не надо. Я с коллективом возьму на себя всю ответственность за конечный результат. О, Цицерон. Улыбается олимпийский мишка. Ты прав, Алексей? Ну как, заговорщик? Живо. Сказка про главного инженера продолжается? Именно. Завтра Алексей уже будет в Москве. Сегодня репетируем. Все, генерально. За кипяточек благодарствия. А оппонент Алексей и иезуиты найдутся. По себе знаю. Да все напрасно, аль ты ценить ее не мог. Была заря, добра погасла, ушла за дальний перелом, ушла за дальний. Передали Ксении Павловне книжку, а? Она ее, видать, в зоопарке забыла, а я все вожу и вожу, как это, тоже, наверное, инфаркт. Ну, подчеркивала. Ну-ка, ну-ка. Он, правдивый человек, допустил маленькую ложь, состоявшую в том, что сказал себе, что для того, чтобы утверждать то, что неразумно и неразумно, надо прежде изучить это неразумное. Это была маленькая ложь, но она-то завела его в ту большую ложь, в которую он завяз теперь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Матери, ты будешь звонить? Обязательно. Мог бы соврать. Неразумно это, Варюх. Поклон ей. Ну, счастливо. Дай. Алексей Егорович, привет. Вы смотритесь нормально. Я чувствую себя хорошо. Ну, рассказывай, рассказывай. С министром говорил по телефону. Держитесь, молодцы. А за что держаться?
За какое такое место? Алексей Егорыч, я знаю, вы небольшой любитель принимать чужие советы. Но это я написал для прошлого актива. Пробегите. Волнуетесь? Нет, не очень. Мне ведь от актива не любви хочется. О, Ксения Павловна передать просили. Ну, почему тогда на прошлом активе ты все-таки не выступил? Ты струсил, Иван? Я бы хотел, Алексей Егорыч, чтобы ты поскорее научился разбираться хотя бы в том, что такое компромисс с собой во имя дела и что такое компромисс с делом. Во-во, у Толстого есть. Но под давлением жизненных условий он, правдивый человек, допустил маленькую ложь, но она завела его в большую ложь, в которую он завяз. Вот ты завтра выйдешь на трибуну, чтобы совершить подвиг. А говорить будешь то, что обязан и должен говорить обыкновенный человек. Так почему же ради элементарного нужно становиться героем? Значит, не выступать. Выступать. Я не хочу, чтобы ты повторил пройденное мной. Ломай голову. Ломай, Алексей. Как себя чувствую? Чудесно. На процедуру, на процедуру. Ну, я пошел, Иван Андреевич. Выздоравливай скорее. Угу. Угу. Еще один экземпляр. Сюрпризы играет. Святой отец. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кофе Беломор. Кофе Беломор. Тебе не вредно, мама? Это мне валидол заменяет. До моих лет дотянете, поймете. Все в порядке, хозяйничай. Я буквально на минутку, Алексей, дел куча. Я же к матери забежал попрощаться. А она как раз к тебе навострилась. Завтра привет из Парижа. Махнем? Не глядя. Не глядя. Махнем. Ну, дамы и господа. До свидания, мама. Гони план, Алексей. Досрочно выполняй и перевыполняй. Салют, камарады. Спасибо. Милости просим. Зачем позвал? Соскучился. Mm.
Знаешь. Извини, мам. Привет! Алексей Егорыч! Это Скороходов. Здорово, Сергей Антонович. Извини, конечно, что мы тебя беспокоим. Какой вежливый. Кто это мы? Да тут компания целая. Выступайте, слушаю. Да нет, это мы тебя хотели услышать. Ты выступать не раздумал? А вы что, на попятную? Егорыч, проходчики, неизбежно. Стабильное отчисление от прибыли в наш бюджет. Алексей Егорыч, финансовый план комбината на всю пятилетку. Вагоны, вагоны, Алексей! Алло, Алексей Егорыч, вот тут Григорий. Ты будешь про него говорить? Про все. Гришка, возьми трубку. Алексей Егорыч. Здравствуй, Гриша. Алло, Гриша. Ну вот, а он не верил. Вера величия. Как там актер Актерыч нам декламировал? Она есть осуществление ожидаемого. О, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это ты? А это я. Давным-давно жили на свете боевые цапли. Белые-белые, красивые-красивые. А потом на них напали темные силы. Ну, ты там не очень зарывайся. Рассказывай. Понимаешь, мать, если бы я своевременно, годика 3-4 назад, заговорил обо всем, вот это было бы по уму. По уму. Сколько же вас вот таких умных вместо трибун перед матерями да перед женами выступает? Безопаснее эдак. Лучшая форма риска — это уж когда совсем без риска. Безнравственность. Мозговое плоскостопие Варьке передашь. Закрой глаза и замри. Ну, а теперь гляди. А? Как новенькая? Мастера? Они у меня такое творили. Может, признаешься, чья эта штука? Шарше ля фам? Ладно, молчи. Теперь мое хобби — разбитые чашки. Между прочим, эта штука чрезвычайно редкостная вещь. Я и сам имею кое-что наистариннейшее. А? Спасибо. Что ж ты меня про грядущий актив не спрашиваешь? Хитрец молодец. Ты представляешь хотя бы, что может устроить на активе твой партизан? Он по телефону со мной, как этот Цицерон. Я его за узду, а он на дыбы. Скажи честно, ты его науськал? У Крекина своя голова, притом хорошая голова. Чего так волнуетесь, Василий Максимович? Вы же мечтали о правдивом выступлении. Вы же буквально умоляли меня на прошлом активе именно так выступить. Умолял? Потому что знал, что ты выступишь как надо. Почему? Хотя бы потому, чтобы не подрывать позиции министра. По одним горкам ходим. Ты пониже, я повыше. Но то, что может заварить на активе неуправляемый Крякин... Молитесь на ночь, чтоб вдруг вам утром не проснуться знаменитым. Василий Максимович, здравствуйте. Здравствуйте. Не забудьте принять Ивана Андреевича. Спасибо, Лариса. Ну-ка, посмотрим, что мне предстоит принимать. Да, чуть было не запамятовал. Я тебя просил подумать насчет кадра на ленинградский НИИ. У меня есть такая фигура. Кто?
мой главный инженер. Кряпин? Кряпин действует сегодня неудачно, как вы считаете. Значит, сам случай предоставляет ему возможность сделать два шага назад. Резонно. В твоих руках комбинату будет понадежнее, да и мне поспокойнее. Старый конь борозды не испортит. А молодые пусть потренируются на запасных полях. Теоретически. А где Ксения Павловна? Где ты здесь? Поклон ей. Будь бы я помоложе, берегись. Ну, лечись, Иван. Стал быть, по рукам. Мы с тобой еще не такие чашки склеим. Эту чашку тебе не склеить, Василий Максимович. Кряквина не трогай. Кряквина надо назначить директором Северного, а я уйду в Ленинградский НИИ. Откровенно говоря, мне жаль, если ты согласишься на Петербург. Я все сказал. Но я не сказал все. Не опоздай, Василий Максимович. Ксения Павловна. Сядем. Тебя снимут с работы. Наверное. Сорокин переводит тебя. Не в Ленинград. Ты сказала? Это нам за все. Была сирень, да вся повяла, вся до цветочка отцвела. Была любовь, да вот не стала, и я не верю, что была. Я не верю, что была. Ты про лекарство не забыл, Михеев? В те дни у нас на комбинате Северный совесть рабочего заставила его сказать правду. Моя совесть привела меня вот сюда, на эту трибуну. Я вообще считаю, что много говорить о хорошем можно только тогда, когда уже нечего сказать о плохом. За хорошее люди уже поборолись. Это я уже говорил, факты минувшего дня.
Жизнь-то ведь не останавливается от того, что она делается хорошей. Нет? Меня на этот актив словно на фронт провожали. Товарищи предупреждали. Не забывай о технике безопасности. Лучше 7 раз поссориться с женой, чем 1 раз с министром. Жена волновалась. Товарищ Крякин. Мама сказала... Все, о чем вы говорите, весьма содержательно. Но, как нам кажется, активу было бы не безинтересно послушать, чего и как достиг комбинат Северный за истекший период. На комбинате Северный, товарищи, с самого начала освоения уникальнейших месторождений большое внимание уделяло совершенствованию техники и технологии добычи руды. Так что, пожалуйста, введите нас в курс ваших трудовых успехов. И поконкретнее, если можно. И Бобик сдох. Нет, не сдох Бобик. Живой. Вы не совсем владеете ситуацией, Василий Максимович. Дельные вещи говорит. Познакомьтесь потом. Хорошо. У нас на севере Бобики морозоустойчивы. О трудовых наших успехах коллектив подготовил рапорт. И я передам вам его, товарищ министр, в рабочем порядке. Мы ведь сюда собрались не здоровьем богатырским хвалиться, а лечить недуги, которые мешают нам трудиться творчески, инициативно, с социалистической предприимчивостью. Разговор у нас сегодня об устойчивом, уверенном развитии нашего производства на большую перспективу. И не любой ценой, а по-хозяйски, рачительно. Научно-техническая революция, товарищи, она очень требовательна. Не любит разговоров для красного словца и не терпит опозданий на свидание с ней. Наказывает быстро и безжалостно. Вот вам конкретный пример. Скажите, товарищ министр, что стоит сегодня наш комплексный план технического развития и реконструкции комбината, который недвижно лежит в столах специалистов вашего министерства уже 3 года? А ведь для его реализации в лучшем случае потребуется еще 4-5 лет. Вот оно, наказание. Руководить? Руководите. Помогать? Пожалуйста. Но мелочной опекой мешать не надо. Наши руки, наша творческая инициатива освобождают ваши умы для решения крупных межотраслевых народно-хозяйственных проблем. Те, кто каждый день становится к станкам, спускаются в шахты, точно знают, что и как им нужно делать, чтобы успешно выполнить задание, а следовательно, работать на конечный результат. Реализацию стратегических целей и задач экономической политики партии. За день завтрашний надо бороться. Если мы мастера, нам усвоить пора. Каждый день словно к бою готовясь. На земле испокон есть священный закон. Надо жить и работать на совесть. Отлично в ринг на
стороны волны. Надежно выгнуты мосты, на соли сделана картина или повесть. И коль решать не сам начать, и коль судить наверняка, планету можно оборудовать на совесть. Планету надо оборудовать на совесть. Планету оборудуем на совесть.